зараз для всіх любителів смачненького та гарно прокидатися до нашої студії вже завітальні. Як ви чуєте, вже кавомашина наша працює, тому ми запрошуємо до нашого гостя. Ну що ж, ми раді представити гостя, який завітав до нашої студії вже друг нового дня. Так, це Валерій Самборський, експерт з кави. Тож вітаємо вас у нас. Добрий день, Валерій. Що сьогодні чим будемо радувати наших телезрителей і удивлять? Яким ну, сьогодні ми удивлять будемо ще одним бразильським рецептом, а ну, вас будемо удивляти непосредственно приготовленим кофе. Тим більше у нас сьогодні в рецепті буде шоколад. Как вы видите, ну, я думаю, ничего против вы не имеете? Не имеем, только за. Только за. Перед тем, как начать готовить, у нас есть небольшой информационный сюжет. Мы бы хотели предложить нашим телезрителям, чтобы они собрали ингредиенты, что нам понадобится. Нам понадобится кофе, шоколад, сахар и сливки. Итак, наши дорогие телезрители, у вас есть немножечко, всего пару минут для того, чтобы собрать все эти ингредиенты, а пока наслаждайтесь нашим информационным сюжетом. Бразильської кави фігурує прекрасний молодий офіцер, жінка, інтрига і букет квітів, якому і були віддані без перебільшення дорогоцінні плоди кави з насінням, що дали початок бразильським плантаціям. Однак, швидше за все, мало місце звичайне промислове шпигунство та контрабанда, в результаті якої французька рів'єра втратила своє кавове панування, а Бразилія розпочала свій шлях до вершин кавової слави. Сьогодні в країні росте близько 4 мільйонів кавових дерев, які розподілені по безлічі плантацій. Бразильська кава дуже високої якості. В країні існує величезна різноманітність сортів кави. Близько половини всієї кави надходить на ринок під загальною назвою «Сантос» від порту «Сантос». Кращий різновид – це «Бурбон Сантос». Шляхом складання сумішей бразильським фахівцям вдається з року в рік стабільно витримувати властивості цієї кави. У великої кількості в Бразилії виробляють також сорти Мінас і Парана. Існують і інші сорти, але вони менш популярні. Наприклад, сорт Ріта та Вікторія, що володіє грубою гостротою та лікарським запахом, через що міститься в ґрунті йоду. Подібний букет подобається далеко не всім. У міжнародній системі класифікації кави відбувається домінуюче становище Бразилії у кавовому бізнесі. Так, у світі кава ділиться на бразильську та іншу неміцну, тобто вирощену не в Бразилії. І на відміну від багатьох країн, постачальників кави, бразильці є найактивнішими споживачами цього напою. Ну что ж, я думаю, собрали все ингредиенты наши телезрители и предлагаем начать. Я уже с нетерпением. Ну да, давайте начнем. У нас сегодня началась зима. Да, действительно, похолодало. С первым снегом всех, да. Ну ладно, значит, мы путешествуем опять по нашей солнечной теплой Бразилии. И сегодня у нас очередной бразильский, истинно бразильский рецепт называется метисо. Да. Я не знаю, почему метис, у меня есть такое предположение, потому что кофе у нас получится такой черно-белый, ну, ага. Такой смешанный. Так, да, смешанный, наверное. Шоколад мы применяем молочный тоже? Нет, шоколад у нас как раз черный. Ага. Вот здесь в этом как бы вся фишка, он должен немножко горчить, да, ну как черный шоколад. И ну как черный шоколад, он такой более шоколадный вкус все-таки имеет, так? Итак, что мы делаем? Начнем, да. Мы загружаем нашу курочку. Ложечку кофе используем. Ну, в данном случае мы будем готовить две порции, так как у нас сегодня две. Пробовальщицы. Да. Да, пробовальщицы кофе. Я на самом деле с нетерпением жду рецепта с кофе. Мне очень нравится просыпаться. Вот так вот. Когда так эфир у нас заканчивается. Да, две порции сахара. То есть, ну, кого-то это может смутить, но на самом деле, как бы, это очень, ну, это нормально, потому что он не будет слишком сладкий, так как, ну, шоколад, он все-таки горький, он не дает такую сладость. В данном случае он должен дать вкус шоколада и вязкость напитку. Так, загружаем в нашу турочку шоколад. И нажимаем нашу кнопочку.
наш кофе готовится уже. Хотелось бы узнать, чем особенный именно этот кофе и почему его должны выбрать наши телезрители? Ну, мы не можем им сказать, почему они его должны выбрать, потому что это уже там 120 какой-то рецепт, который мы с вами готовим. Да, и так как, ну, для разнообразия, для, как там сказать, для расширения своих кофейных вкусов, да, то есть, ну, его как, во-первых, он хорошо готовится, ну, в смысле, просто, да, то есть, ничего тут в нем, как бы, сложного нет, в домашних условиях он более чем нормально готовится. Ну, и за счет того, что там кофе и шоколад, я думаю, что проснуться действительно поможет. Еще ну, и с удовольствием. И опять же, сейчас у нас что, осень, вот зима уже вроде как почти постучится нам в двери, да, а в шоколаде, как и в кофе, это что, серотонин, то есть, гормон счастья. Соответственно, этого нам не хватает, солнечного света меньше, витамина D тоже меньше, а благодаря хорошему кофе и шоколаду, в общем-то, мы добавляем удовольствие в нашу жизнь. А вот хотелось бы узнать, что положили прямо в турочку. Да. А это принципиально или же можно помещать его в чашку? Уже ну, лучше, чтобы он был сразу в турочке, он там быстрее расплавится, станет более густой, его там, ну, в данном случае аппарат его еще сделает более, ну, он его там помешает. В общем, будет ну, однородная масса, консистенция, ну, будет правильнее, скажем так. Ну, вообще, ну, вы же понимаете, как любая хозяйка варит борщ по-разному, да? То есть, вот можно готовить как угодно, тут вопрос в том, чтобы человеку это нравилось, и, ну, он получил от этого максимум удовольствия. То есть, мы в данном случае, ну, показываем технологию, да, как это готовить, а дальше уже, в принципе, наши телезрители могут выбирать, как им нам нравится. То есть есть свои нюансы в процессе приготовления, их можно видоизменять даже. Ну, вы знаете как, вот то на Востоке раньше была такая традиция вот в Турции, что мужчина выбирал себе женщину потому, как она готовит кофе. То есть это говорит о том, что каждая девушка, да, она вот уже там, ну, как когда у нее подошел возраст замужества, да, у нее вырабатывалась своя технология приготовления, казалось бы, одного и того же кофе, да, по-турецки. Своё коронное блюдо. Да, помол, как смесь купажировали, ну и так далее, и так далее. Итак, вот наши дорогие телезрительницы, будете смотреть нашу рубрику да, о том, учитесь как готовить кофе. Иначе замуж вас не возьмут. Так, у нас уже есть да, наш немножко кофе проявлюсь. С шоколадом. Теперь нам нужно... Можем подать на кофейной гуще. Да. Это уже потом. Сейчас мы добавляем сливки. А вот сделать декор небольшой мы можем с помощью шоколада? Декор в смысле? Ну, если посыпать сверху. Если посыпать сверху шоколадиком. Ну, в данном случае это не сильно нужно. Почему? Потому что сама пенка, она ну, не держит эту, ну, шоколад в этой технологии. А если бы тут были сливки, то, конечно, это ну, даже нужно было бы присыпать, можно было бы, как то бы есть, был вариант бы по-венски. А еще что-то применяется туда, карамель или какие-то? Или вот только шоколад? Конкретно в этот рецепт? Ну, конкретно в этот рецепт, вот мы как его сделали, вот таким образом то он ну, вот как бы и делается, да. Никаких сладостей, ничего мы больше не добавляем. Ну, мы и так туда достаточно сладостей доложили, и шоколад у нас, и сахар в полном объеме. И еще такой вопрос. Объем водички, на которой делается подобный кофе? Какой? Классический, ну, 60 миллиграмм. Это если мы говорим классический вот вариант, ну, вот, допустим, по-турецки, да, способ приготовления, вот, в турочке. А дальше, опять же, все по вкусу, да. Кто-то любит больше крепкий, кто-то любит менее крепкий. То есть, я считаю, что вот такая чашечка вот на вот те, ну, скажем так, на те дозы, чего мы туда положили, да, вот, ну, оптимально. Вот вы можете попробовать, в принципе, нам скажете. Мы не обязательно... Пробуем. Ну, он не должен быть горячий. Вкусно. Вкусно, я сразу скажу. Обязательно. Сразу чувствуется шоколад. Да? А вам что чувствуется? Шоколад. Что может быть лучше шоколада? Мне кажется, только шоколад. Шоколад, да, молочный. Еще бы хотелось мне узнать, если порционно, допустим, мы хотим сделать 3-4 чашки кофе, мы сразу можем отмерять водички и, соответственно, кофе. И... Ну, смотрите, весь секрет правильного кофе – это именно в количестве воды и в количестве самого кофе, который был положен ну, в предмет, в котором он готовится. Либо это кофе-аппарат, либо турочка. Так? Если вам
Ну, мы исходим из того, что на одну порцию правильно это будет 60 грамм воды, да, ну, соответственно, если вам надо 3, у вас там гости, там порции, да, то вы берете просто большую турочку, они есть разные, там 200 миллиграмм, 300 с чем-то, да, там 300, по-моему, 50-60, ну, и готовите сразу 3 порции, но тут главное не переборщить с водой, иначе кофе будет, ну, водянистый. А шоколада сколько нам потребуется? Плитку сразу можно 5 ложить. Грамм, ага. Да, то есть у нас кофе примерно 5 грамм идет на порцию, ну, в данном варианте, и 5 грамм шоколада. То есть пропорция 1 к 1, да, для того, чтобы вот как раз был вот этот баланс вкуса, ну, это конкретно в метисо. А вот если я такая сладкоежка и захочу побольше шоколада положить, я этим изменю рецепт, и это уже не будет не испортиться? Ну, рецепт вы не испортите, это просто будет ваша фишка, ваши пристрастия, да, ваши вкусы. То есть вы под себя то адаптируете, в общем-то, уже... Это не криминально, добавлять думаю, побольше нет, сладости можно. Нет, это криминально может сказаться вот на вот этих местах, там еще где-то, но в плане там удовольствия и правильности приготовления кофе, я думаю, бразильцы на вас не обидятся. И еще сливки существуют? То есть, есть ли принципиально выбор жирности сливок? Чем жирнее, тем вкуснее всегда. Но опять же, это сказывается на фигуре. И количество сливок. Да, сколько и количество. Добавлять, потому что вы всё, так налили. В данном случае на вкус, да. Но есть порционные, они 10-граммовые, да, то есть можно так. Но опять же, в данном случае для нас было важно добиться того, чтобы кофе был похож на метисо, да, то есть на, ну, кто такой метисы, да, это... середина между черным и белым, да. Поэтому вот, видимо, из-за этого его так и назвали. И вот такого внешнего вида нам было добиться. Но вообще, как бы, да, оптимально, ну сколько у нас там, 10% сливки, да, как правило. Вот, 10%. Но чем жирнее, тем вкуснее. 30-граммовые вообще идеальные сливки, я считаю. И они взбиваются хорошо, их можно, ну, даже в домашнем слое миксером взбить, но эти не получится. Да. Ну что ж, Танюш, я думаю, что благодаря такому рецепту кофе у нас действительно будет хорошее продолжение эфира.